Поймал бирючка. По остальном все тихо, даже слишком тихо. Да, поймал маленького шломика. Ну совсем маленького. В общем, сомик взял на пучок червей. Бирючок тоже пока только, ну, на червя тоже взял, на крайнюю донку. На удочку пока вообще ничего. Тишина. Будем ждать, надеяться. Вообще место очень интересное. Сюда, наверное, и стоит приезжать. В следующий раз. Здесь такой обрывистый берег. Если тут есть сом, тут по-любому глубоко. Ну, конечно, совсем малютка попался. Ну, могут быть и покрупнее. Вообще сегодня утро очень классно, тихо. Спокойно, ветра нет, пока еще не жарко. Не пойму, что-то вот на синий поплавок клюет. Пока поймать не могу. Видимо, уже червячка бы я объела. Да нет. Что-то дергает так интересно. Будем смотреть дальше. Так, ну вот на тот синий поплавок была еще одна хорошая поклевка. Не смог ее вытащить. Что-то у меня с катушкой там, короче, сломалось. В общем, катушка затрещала и рыба ушла. Не знаю, что это был. Ну, поймал еще одного бирючка. Так что так вот. Будем продолжать. В общем, становится невероятно жарко. Фу, надеяться, что что-то еще клюнет, я не знаю. Мне кажется, уже вряд ли. В общем, надо плоский поплавок свой немножко отредактировать, потому что сегодня его неправильно повесил. Потому что у меня кембриков не было такого размера. Постоянно сползал. А так место мне очень понравилось. Здесь, по крайней мере, хоть что-то иногда так клюет. Поймалось два бирючка и сомик. Ну, сомик, конечно, маленький. Но мы наживку побольше можем сделать. И, в общем-то, так же его поймать. Ну, интересно. Здесь, по крайней мере, как-то поинтереснее. Тут и глубина есть. И так как-то все это посвежее выглядит.
чем на предыдущих местах. Но жарко сегодня очень, вообще невероятно. Я не знаю, сейчас уже сейчас 8:30, а градусов, наверное, уже 30. Это точно. Странно, что подлещик не клюет. Может быть, я не так далеко забрасываю.